Это наш третий OEM-фильтр 909-15YZZG1. По сути дела, он является клоном предыдущего, который мы с вами осмотрели, только сделан в Китае. Визуально, внешне он выглядит абсолютно идентично, причем я покупал его у другой компании новосибирской, не у той, которая покупала предыдущий фильтр из Таиланда, который. Поэтому могу сделать вывод, что возможен вариант того, что эти оба фильтра оригинальные, просто так исполнены. Выглядит он по сравнению с предыдущим идентично абсолютно, то есть те же самые элементы, которые были в предыдущем нами рассмотренном фильтре. Перепускной клапан такой же, в меру жесткий. Противодренажный клапан тоже очень жесткий, сделан из обычной резины. И также тяжело, по сути, наверное, вытаскивается у нас уплотнительное кольцо. Этот фильтр стоил 469 рублей. Визуально он выглядит также максимум на 4 балла примерно, не больше. OEM Китай. Оригинальный фильтр Toyota Made in China. Противодренажный клапан сделан не очень хорошо, не совсем хорошо принимает свою форму прежнюю. То есть он заморозился, сделан из резины, не из силикона. А вот колечко неплохо себя ведет, оно достаточно мягкое осталось. То есть противодренажный клапан на OEM фильтре Китай, ну, скажем так, на семерочку пойдет, наверное. Это у нас OEM-фильтр Toyota, который по надписи на коробке сделан в Китае. Фильтрующий элемент сейчас сфокусируется, вообще не поврежден никак, то есть гидроудар абсолютно никак не сказался на его целостности. Немножко раздвинуло шторы элемент, ну и все. Поэтому можно смело поставить 10 баллов.